Ребята, приветствую вас, добро пожаловать на ферму, ребята, на ферму. Мы с вами сегодня продолжаем прохождение, строим наш ранчо-симулятор. Посмотрите, я здесь немножко досок нам заготовил, сложил нам немножко бревен сюда. Привезли мы сюда цемента немножко, да? А, сюда сразу это дело вставить, это пока выключить, чтобы у нас это не работало. Это у нас типа как идет... запасная канистра, и заодно я прикупил, ребята, пару кормов, но я еще не проверял, как наши выросли, свинюшки. Пойдемте посмотрим, они у нас должны быть. Нихера себе, посмотрите, вы помните из двух этих поросят? Вроде как, говорят, с них очень хороший выхлоп. Смотри, они съели еды-то всего лишь треть. У нас треть еды здесь. Вода, слушай, давайте еще двоих заведем, а? Давайте, знаете, что сделаем? Во-первых, так, сколько у нас времени? 18:28. Прежде чем ехать что-то покупать, я хочу вот здесь поставить, ребята, забор, открыть им вот эту дверь, чтобы они, возможно, выходили еще на улицу. А как у нас выставляется забор? Кто-то помнит из вас? Так, теплица, может быть, кстати, вот здесь, да? Нет, деревянная полка. Деревянный забор. Вот он, и деревянные ворота. Слушайте, ну ворота мы поставим с той стороны. А, подожди, давай даже... Надо по стеночке, да, чтобы было типа симпатичненько. А, ну я, видите, в чем дело? Я плохо умею линии рисовать. И вот здесь бы, конечно, Владлен бы нам построил как следует. В общем, раз и два. Не пролезут они здесь? А? А, так тут и я не пролезу, да? Слушай, ну мне кажется, не пролезут они тут. Справа-слева не пройдут. Или, смотри, и переставить его уже нельзя, понимаешь? Деревянная доска 4, подожди. Разрушить. А, построить. Сейчас, мы, может быть, все-таки его это... сделаем, грубо говоря, поуже. Раз... А, и два, все, и вот так у нас уже никто, ребята, не пройдет. Сколько нам надо, значит, 4 доски, 4, 8 досок, братцы. О, а что здесь так все раскидано? А что тут так? Ну вот, наверное, у нас 8 здесь мы как раз и взяли, здесь уже точно не пройдут, раз, два. И вот здесь, смотрите, что это мы там видели, вот, ворота деревянные. Подожди, я смогу держать там дверь открытую, а закрывать вот эту, а здесь выставить тогда забор, да? Да. И у нас, не, ну, снова хочется калитку какую-то, да? Подожди, все равно ведь хочется, ребята, давай, вот так ставим. К углу надо это будет сделать. Калитку. А здесь ставим забор. Подожди, блядь. А если мы вот так поставим забор? Во. Ебать, напугал меня. Так. Забираем. 7 сюда вставляем. Доски. Забираем и вставляем сюда. Эти кладем сюда. Слушай, я сейчас привезу еще. Так, открыть калитку и открыть дверь. Вот эту. Смотри, у них здесь будет целая поляна вообще, по идее, да? То есть они смогут здесь гулять, ходить. Они ж не уйдут, здесь забор не сломают, а я, соответственно, могу спокойно вот так проходить здесь. А? Короче, мы сейчас это дело обязательно с вами проверим. Далее, ребята, взять, включить, поднять, установить. Далее, давайте, ну, во-первых, мы сейчас поспим, да,
и съездим, привезем еще двух свиней. Что у нас по деньгам присутствует? Общий баланс 1100. 600 мы, например, на них потратим. Да? Взять. Подожди, он берет. Взять. Положить. 600 мы на них потратим. Че, вот они выходят на улицу? Нет, нет, смотри, пока там ходят. Давайте привезем, они, смотри, как быстро вымахали. Я буквально здесь 2-3 дня чем-то занимался, да, сейчас, смотрите, у нас день 11 идет. Точно, поехали, сейчас ляжем, поспим. На рассвете сгоняем. Так, давайте, ложимся спать. Доброе утро, ребята, мы с вами выспались, день 12 у нас, давайте посмотрим. Я вообще про яйца забыл, ебать, у вас корм здесь есть? Корм есть, яиц, сколько? Давайте, может быть, яйца отсюда вывезем, а? Все вот эти. Вода у них там есть, корм у них есть. Слушай, ну яйца, они вообще нормально там, да, нам? Смотри, все втроем, блядь, вышли сразу. Хоп! Сколько у нас здесь, короче, смотрите, 34 из 40. Может, отвезем? А? Может, продадим? Посмотрим, почем они вообще у нас. Смотри, вышло. Заходит обратно. Здесь у нас все закрыто, да? Калитка открывается. Там, видать, не пролезет. Где у нас вторая, кстати? Одна тут ходит. А, одна там. Слушай, они реально здоровы. Давайте привезем. Я еще выхлоп не знаю, но верю, что это будет выхлоп очень, ребята, хороший. А что мы? Яйца на продажу везем, да? Значит, отвезем яйца на продажу. Что еще мы хотели сделать? Опа, олень. Олень, ребята, у нас же есть с вами теперь ружье. Самое настоящее. Смотри. Блять, зарядить надо. Каждый раз надо заряжать, прикиньте. Все, не двигайся, брат. На. Видали? Ружье, короче, я вам скажу, такая имба. Медведя с двух пуль теперь. Охота очень выгодна стала. Но я не хочу заниматься только охотой. Потому что, ну, это, во-первых, нам и наскучит. Очень быстро, да? Так. Положить. Раз. Положить 2, положить 3. Нам это и наскучит быстро. И еще, ребята, еще нам надо построить с вами нефтяную скважину. Короче, мне тут спели песню одну, что ищи черные пятна на земле. Это нефтяная скважина, поняли? Черные пятна на земле какие-то. В общем, мне примерно вот такие. Вот, может быть, вот это, не? Или это, наверное, серое пятно какое-то, да? А где у нас она? Нет, это не черное пятно. Не понял. Так, это серое. Типа они могут быть и в лесу даже, понимаете? Ну-ка, что по яйцам? Давайте, яйца очень долго копились. 12-й день. Выгодно, если мы, например, 30 курей там, да, 20 курей заведем. Стоит она 50. Смотрим, продать яйцо 200. 200 яйца, ребята, 200 баксов. Ну, такое себе, да, конечно. Мясо дичи продать. Яйцо 200 продать. Корзина оставить какой. А, знаешь, что я куплю, давайте? Я куплю, ребята, корм. Вот так, раз. И патроны 2. Оплатить. Спасибо за покупку. Так, теперь надо патроны. О, патроны. Сразу их забираем, ребята. Пистолет нам даже сейчас не ахти как нужен. И корм один, по крайней мере, мы с вами отвезем. Куда-то я, подождите, я хотел... Я сейчас вспомнил, что я где-то... Темное пятно как будто бы видел, когда мы или за медведем охотились, я не знаю.
Или где-то за оленем. Слушай, вот это, да, вот какое-то пятно. Не? Это вот как мне проверять теперь это бегать? Ну, это прям похоже, да, как будто бы, не? Это тень, блядь. Или все-таки это надо в лес бежать? Где вот это проверять? Как это проверять? Ладно, поехали на заправку. Ребята, ехал я, значит, на заправку. И смотрите, что мы обнаружили. Вот оно, черное пятно. Теперь я хочу проверить, Аллилуйя, ребята, мы ее поставили. Цемент 20, металл 20. Цемент 20, металл 20. У нас даже здесь город строительный. Так, во-первых, вот. Около заправки, мы тут охотились. Ставим сюда метку. Мы сейчас едем с вами в строительный магазин. Цемент 20. Что там? Срочно, ребята. Цемент 20, металл 20. Я даже домой за этим не поеду. Нам дома все равно это дело пригодится. Цемент 20, металл 20. Мы сейчас в строительном магазине всего этого наберем. Цемент 20, металл 20. Тут радости у меня, да, привалило. Так, возвращаемся на базу. Да, прикиньте, я, оказывается, не все с пола забрал. Вот она, ладно, хоть не украли, да, еще. Хотя бы так, ребята. А то ведь могли стащить. Я здесь это... Такое, знаешь... А, ну хотя мы мясо оставляли, его не забирали. Окей, возвращаемся обратно к нефтяной вышке. Заодно медведя прикончим здесь. Забрать. Поставить. Ноль. Так, подожди, бочка. Бочка. Сюда. Вы что-то видите, нет? 1000 литров, может быть. О, канистру, походу, простую вставить надо, да? Канистру, чтобы заработала эта шляпа, наверное. Ну-ка, поехали за канистрой. Так, проверяем канистру. Канистра. Добавить в корзину. Я не знаю, одну-две. Давай две на всякий случай. Здесь вообще есть, смотрите, топливный трейлер. Это возможно перевозить на нем как раз. Так, на соточку приобретаем канистру. У нас 580 осталось. Слушай, у нас вообще утекает. Ха, ловеха наша. А канистры, кстати, с топливом уже продаются, не? С топливом вроде как, да? Вроде как с топливом. Ну там, тем не менее, там топливная станция прям рядышком находится. Так что, если она даже как-то что-то... А чего не хочет вставать? Родной. О! Так, поехали. Третий раз. Может быть, где-то, знаешь, включаешь типа канистру, чтобы это работало. И ставишь бочку. И в бочку типа будет заполняться. Может быть, это так? Потом там типа нефтяная... Ну, нефтяная вообще 1800 стоит. Дороговато, конечно. Ладно, погнали. Проверяем. Ребята, она пустая была. Может быть, из-за этого не срабатывала. Она реально была пустая, смотрите. Да. Ё-моё, и вы тоже, главное, молчите все. Нет бы подсказали по-братски, народ. Насколько мы заправились?
Я думаю, на стольник точно, да, наверное. А, возвращаем это дело сюда. Так, ну что, ребята, момент истины. Запустим мы эту нашу нефтяную платформу или не запустим? Ваши ставки, господа демократы. Так, давайте, берем канистру. Да. Так. Берем бочку. Ну, с бочкой я не понимаю, что делать все-таки. Подожди, во, включить. И куда накачать? Может быть, потом мы выкачаем. Может быть, потом мы куда-то подставим эту бочку, и у нас сольется. Смотри, у нас типа 1000 может набрать. Да? Ребят, ну это работает. Схема-то рабочая, вы видите? Просто как это где заполняется, я, честно скажу, не совсем врубаюсь. Но схема рабочая, она, по крайней мере, работает. Залазить нам наверх явно туда не надо, да? Или он может сюда залезть с ним? Нет? Не хочет. Хотя с такой задницей могли бы и залезть. Ладно. Ладно. Возвращаемся. Вот это дело все разгружаем. И пока не стемнело, едем, покупаем еще одну свинюшку, да? Она у нас сюда же ведь не поместится. Я правильно понимаю? Или если мы здесь... А, подожди, а может и поместится, да? Может быть и поместится. Так, пацаны, я быстро разгрузился. Возвращаюсь к дому. Как думаете, увели, не увели? Вы его видите? Вижу. Ой, аллилуйя. Ой, родненький ты мой, иди сюда на мясо, а. Чуть-чуть ведь не пропал. Загрузить, готов. Да, я хотел же с вами двоих купить, но из-за того, что мы построили вот эту нефтяную вышку, я теперь даже не знаю, как мы с вами. Двоих-то, ну, мы не потянули, нам еще корм нужен. Короче, отводим его туда. А, ну, блин, слушай, я не пойму, ведь если я купил там самку и самца, то, по идее, у нас должны пороси-то появиться, нет? Как думаете, пороси должны быть? Или нужно все время покупать вот так? На убой, типа, когда? А, смотрите, сюда встаем, открываем, вытащить, управлять, завести, закрыть. Я вам привез еще одного. Держите. Они его не сожрут случайно, ребят? Так, кормушка с едой. Чего у нас здесь? 7 из 21, 18... Ой, с водой вообще в полном порядке. Ну хорош, ну пропустите. Нихера не выросли. Слушай, а сколько... Сейчас надо почитать, короче. Так, корм им однозначно забираем. Высыпаем. Смотри, малой сразу побежал. Да не, малой, отсюда не сбежать. Как бы ты ни хотел. Вот на улице погулять можешь сходить. Кстати, вот мы заодно сейчас и посмотрим, может он отсюда уйти или нет. В щели в эти. Это я сделал сейчас. Так, идемте отдыхать и сохраняться. Спокойной ночи. Итак, господа, доброе утро. Мы с вами сохраняемся. У нас наступил день 13. Для тех, кто первый раз, у нас с вами небольшое ранчо, и мы начинаем потихонечку его восстанавливать. Смотри! Да, это видно, что самочка, подожди. Смотри, у той, да, а это видно, что кабанчела. Она родит или нет? То есть, если что, мы херачим вторую самочку, да, но не первую. Имена им, к сожалению, ну, лучше и не давать. Слушай, ну они нормально выросли. До каких размеров-то их нужно, не? Чтобы можно было их это уже делать им. Вот у меня даже есть, как их можно сделать, да? Ну, типа куда-то вот сюда, наверное, во двор выведем. Вот здесь его поставим к забору головой. Сколько мяса принесешь, родной?
Ты ж чисто шашлык. И никак иначе. А, он не может выйти на улицу, потому что... Потому что толстый свинь такой, нихера себе. Да, тусим эту калитку даже здесь... Можно было вообще даже не ставить. Они все равно выйти не могут, да. Ошалеть, это маленький бегал, а этот вообще... Не получится у него там ничего. Слушай, у них корм кончился. Убрать. Так, закрыть. Давайте мы, во-первых, поставим корзинку здесь, пускай яйца. И мы поставим корм туда еще. Мы поставим им туда корм. Так. А вот здесь, короче, надо будет им точно построить эту штуку. Ну, вы поняли. Начнем с маленького дома. Потом, когда пойдет выхлоп нормальный. Нам нужно понять еще, когда разродятся свинюшки. Вот один у нас уже, видишь? А, слушай, серьезно? Ты че? Ты че, за тобой убирать, что ли, надо? Зажмить шеву. А куда я убираю? В карман или че это куда? И когда малыши появятся? Мне нужно... Смотри, да. Ребята. А? Не забываем прибираться. Это братья наши меньше. Они это нам принесут, да? Шашлык потом. На продажу поведем. В общем, вода все есть. Еда все есть. Слушай, да, ну они реально здоровые как будто бы. Это прям явно разродиться должна. Когда? А, ну-ка. Смотри, соска у нее нарисована. Что-то сердце, разбитая любовь, а это кто? Ну тоже типа сердце. А что за соска? Видишь, соска нарисована здесь. А, или это просто отображается, что соска... Ну, типа соска, бля. А? Смотри, большой, стоит премиум. Дорогой курятник. Ничего себе, 100 досок. Конура. Ух ты ж мать. Ну, курицы я пока не знаю. 200 баксов мы с них заработали. Сколько они жрали, ребята. Я им мешка 4, наверное, высыпал сюда. За эти 40. Слушай, они вообще невыгодные получаются. Реально, 4 этих мы высыпали минимум. Они по 30-ки. 120. Плюс покупал кури. Ну, кури, ладно, остаются. А, ну если я им петуха дам, они сами типа разродятся здесь. Да, можно им купить петуха, пацаны. Да, так и сделаем. Поставим, построим этот. Только давай построим. Чё нет-то? Какой? 35, 7. Вот я бы средний. Какой премиум? На 20 кур, смотри. 35 металл. 65 досок. Охуеть. Ну-ка, большой он будет, не? Да нет, вот туда его сейчас поставлю. Вот сюда к стеночке его поставим. Вот такой, да? Даже вот к этой... Не, вот так вот. К дому. Во! И что нам надо? 7 металла, 20 досок. 7 металла, 20 досок. А, сейчас у нас там дверь закрыта. Металл у нас здесь есть. Вот он, 10. 7 готово. Пять, а что он его не компонует, что ли, вместе? И сколько-то там досок надо было еще. 4. Ой, там много надо. Эти забираем. И вот эту стопочку тоже забираем. Так, 3 доски нам осталось. Готов. Готов, ребята. Так. Я здесь и прибираться спокойно смогу, и принести сюда им похавать. Короче, они там дохавают. Нам надо с вами заработать на петуха одного. На поилку поставить им, возможно, да, здесь аккуратненькую какую-то. Кстати, мы, может быть, ее даже сейчас, подожди, в тенечек надо встать.
поилки, где мы с вами наблюдали? Наверное, вот здесь, да? Деревянная полка. Нет, смотри-ка. Большая грядка. Так, нижнее это все полностью с теплицей связано. Разные, вот. Деревянные ворота. Кормушка. Маленькая кормушка. Подходит для установки в курятниках. Во, 6 досок. Маленькая поилка. Тоже в курятниках. Смотри, ставим сначала кормушку сюда. Давай ее вот так, стенки к одной прижмем. Кормушка, да? И поилку. А поилку к другой стенке. И сколько у нас здесь? 8 курей, я так понял, может размещаться, ребят. 8 курей может размещаться. Так, эти мы забираем. 5 сюда. Эту забираем. Это готово. Подожди, родная. Ты так не швыряйся досками. Смотри, ведро типа это. Вы поняли? Испаряется вода в ведре. Офигенно. Так, далее. Берем этот. И все, это последний мешок корма, кстати. Больше нету. И сюда заполняем. 7. Ребята... Это случилось, да? Мы с вами, смотри, я вообще не ожидал сегодня, но, тем не менее, мы поставили кормушку. Ой, кормушку эту, как ее называют? Курятник, бля. Курятник поставили. Нефтяную скважину, да, вот я чего не ожидал. Нефтяную скважину поставили. Курятник поставили. Насколько он у нас на 8 кур? 3 у нас есть. Купить одного петуха. Все, и больше вообще не покупать. И там пускай... Да, это дело разобрать. Вот как доедят, короче, вот эту еду, мы их туда спокойно с вами переведем. Ну, а я, ребята, наверное, займусь тем, что... Мы сейчас ездим поохотимся немножко. Я, чтобы вас не доставать охотой. И лес, а я не знаю, даже лес-то нам нужен, нет, у нас доски, в принципе, пока хватает, дом я типа хотел, да, поставить, но пока и не до дома тоже. Свинюшку мы одну купили, петуха надо взять, надо, короче, подзаработать на петушару одну, а там уже что-то будем думать. Вот, смотри у нас, он, я так понимаю, может брать 10, да? Да, отсюда уже, я так понимаю, не берет. У нас как раз их 10 типа и есть. Ладно, этот выключить. В следующей серии мы проверим с вами нефть, ребята. Канистры у нас здесь, да? А нефть, кстати, куда мы продавать будем нефть? Надо бы нам здесь починиться. Слушай, вот это вообще можно было убрать. Но мне нравится, как это выглядит, отвечаю. И вот эти... Мне нравится, как выглядит. Поленница вот эта прекрасная, смотрите. Ее тоже можно, типа, убрать, но она шикарно смотрится. Так что это мы убирать не будем. Я амбарчик этот оставлю. И тот пока пусть стоит. Я это специально для антуража оставляю. Не разбираю. Ребята. Так, что у нас тут? Хера залезла. Давай откроем дверь. Мне вот интересно, она все-таки когда разродится? И когда, и сколько они живут? Ну, ее точно херачить нельзя, да? У нее, смотри, у нее вон там соска нарисована. Ну, в общем, будем, ребята, разбираться. Увидимся в следующей серии. Я поднакоплю сейчас деньжат и поедем за петушарой потом в магазин. Проверим нефтянку с вами. Проверим, может быть, порося у нас появится и так далее. И тому подобное. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Сохраните и выйти. Всем пока-пока.